пусть не обижаются на меня жители нашего края, но я считаю земли южнее Нижнего Новгорода, включая всю Мордовию до Саранска, Трисоровьем. В моем понимании также сложилось представление, что и земля от Мурома до Чебоксар – это тоже Трисоровье. Вот такой географический диагноз – великосоровский шовинизм. И даже городок Наровчат – Пензенской области, что является родиной знаменитого писателя Александра Ивановича Куприна, для меня тоже Присоровье. А почему, спросите вы, какая тут связь? Или к нам, как в Древний Рим, раньше вели все дороги? Знаете, это недалеко от истины. Сказывают, что далеким кровным предком Александра Ивановича по материнской линии был никто иной, как хан Бихан, который еще в 14 веке прибыл из Золотой Орды для сбора ясака и установил свою юрту на среднем течении Мокши. Именно он владел и легендарной крепостью Сыраклыч, и достаточно большой прилегающей территорией. При великом князе Дмитрии Иоанновиче и сыне его Василии Дмитриевиче был из Золотой Орды князь Бихан. А житие имел между рек Сарова и Сатиса, которое место было по запустошению от Муру и от рати Рязанской на том старом городище. А ныне на том месте построена Саровская пустынь. А в то же время он и князь Бихан по власти Золотой Орды владел многими окрестьянскими городами и другими жилищами татарскими и мордовскими. Обожаемая мамаша писателя, Любовь Алексеевна, та самая, что им выведена в рассказе «Гранатовый браслет» под именем княгини Веры Николаевны, имела татарские корни из рода князей Кулунчаковых. Кстати, ее братом был Михаил Иванович Туган-Барановский, известный профессор. А она унаследовала фамилию от предка в 11-м поколении темниковского князя, княж Кулунчака, княж Яникеева, который был старшим сыном Яникея Тенишева и княжил в Темникове после его смерти. Это было между 1572 и 1557 годами. Между прочим, прежнее независимое темниковское княжество уже тогда входило в состав российского государства. Но, чтобы не запутать зрителей, я называю лишь вершину большого айсберга, вернее, ветви развесистого родословного дерева. А род тот, кроме кроны, имел глубокие корни в мещерской земле и уходил к касимовским царям и к тому самому Бихану. И это от него впоследствии выводятся так называемые беханиды, татарские князья, Тенишевы, Кугушевы, Яникеевы, Акчурины, Ишеевы и Кулунчаковы. Вот эти фамилии в 16 и 17 веках составляли костяк татарской феодальной аристократии Темникова и Кадама. И что занимательно, а вот ходит сейчас какой-нибудь пурдашанский беханид по Сарову, а мы и не знаем. Но самое-то главное, что он и сам этого не знает. Но мы знаем другое. Про Куприна все говорили, что он писатель милостью Божией. Перечитайте еще раз его произведения «Олеся», «Белый пудель», «Юнкера». Ведь не случайно вместе с Буниным и Мережковским он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Как известно, ее получил Иван Бунин. А как человек, Куприн был очень увлекающейся личностью, поклонником острых ощущений и обожал экстремальные ситуации. Так, со знаменитым в то время летчиком Уточкиным он совершил полет на воздушном шаре, спускался водолазом на дно Черного моря, ходил с рыбаками на промысел, служил цирковым артистом, а со своим другом, выдающимся борцом Иваном Заикиным, кстати, уроженцем мордовской земли, он разбился во время полета на аэроплане. И только чудом оба остались живы. А за рассказ «Поединок», а позже за статью о восстании моряков на крейсере «Очаков», его арестовывали и сажали в тюрьму. И хотя он был писателем милостью Божией, бывало, что пил безбожно и частенько уходил в загулы. Ну, одним словом, наш человек. Как-то, будучи в Крыму, он так влюбился в балаклаву, что написал Николаю II письмо с просьбой предоставить балаклаве статус вольного города. Почтальон буквально сбился с ног, разыскивая писателя по всему Севастополю, ну, чтобы вручить ответ государю. Наконец нашел его в ресторане в кругу друзей.
Открывая конверт, Куприн не мог не порисоваться перед приятелями. «Вот тут мне царь пишет». А в ответе было всего лишь три слова. «Когда пьете, закусывайте». И этот увлекающийся человек с широкой душой революции не принял и уехал за границу. Однако жил там бедно и очень тосковал по родине. Морально-материально его поддерживал Бунин. Но как-то в мае 1937 года в поезде Бунин развернул газету и прочитал, что Куприн вернулся домой. Он был потрясен, но даже не этой новостью, а тем, что Куприн в чем-то все-таки его обошел. Бунин тоже хотел домой. Умирать они все хотели в России. Но уже через год после возвращения на родину Куприна не стало. До своего последнего дыхания он держал за руку свою вторую жену, Лизу. Кстати, Лиза была племянницей другого знаменитого писателя, мамина сибиряка. Но она, оставшись одна, через 4 года повесилась в блокадном Ленинграде. Не от голода, а от одиночества и тоски. От того, что не было рядом того, которого она так любила всю свою жизнь. Но вернемся в наши края. Как известно, Саша Куприн в возрасте 1 года остался без отца. И поэтому ныне обнаруживаются новые архивные документы о его родственниках только по линии матери. Так, например, его прадед Николай Петрович со своим братом Акинфием были награждены медалями в память Отечественной войны 1812 года. Интересно и то, что Акинфий Петрович, служа в Темникове, был хорошо знаком с Федором Федоровичем Ушаковым. И именно его знаменитый адмирал сделал своим поверенным при покупке имения в сельце Алексеевка Темниковского уезда. Это очень любопытно. Ну а мы, ныне живущие, конечно же, не можем знать всех своих родичей с 14 века. Но есть расхожая фраза. Все люди на земном шаре знакомы друг с другом через 10 рукопожатий. А миллион из них не просто знакомые, но и земляки. А многие еще и родственники по крови. Только они об этом тоже пока не догадываются. Так не покопаться ли и нам поподробнее в своей, хотя бы ближайшей родословной? Неужели не любопытно? Да не то слово. А говорю я эти слова для того, чтобы мы все задумались, не ссорились, не ругались, а дружили. Ведь слово «род», «родня», «родина» одного корня. Поэтому не так уж я и не прав, говоря, что почти вся наша земля – это большое Присоровье.